В Новочебоксарске стартовал финальный этап летней спартакиады молодежи. В его рамках разыгрывают медали тяжелоатлеты. В день открытия на помост вышли и чувашские спортсменки. Подробности в следующем материале. Такие хрупкие на вид, но им под силу поднять штангу больше своего же веса. Первыми в борьбу за титул чемпионов спартакиады вступили девушки. Воспитанница школы имени олимпийского чемпиона Валериана Соколова Яна Мохина оспаривала пьедестал уже в качестве мастера спорта страны международного класса. Удостоверение и нагрудный знак тяжелоатлетке вручил глава региона. Новоиспеченный мастер спорта надежды оправдала. Яна Мохина завоевала серебро. Выше работай, выше. Держать. Но фаворитом этого дня изначально называли хозяйку помоста Ирину Баймулкину. Подопечная Геннадия Иванова реализовала все три попытки, увеличивая вес штанги. За Ириной золотая медаль. Она набрала 74 килограмма в рывке и 94 в толчке. Это уже тренер решает там. Видит, как я разминаюсь перед выходом на помост. И уже смотрит по самочувствию, как поставить уже, заказывать вес. Побороться за пьедестал почета в Чувашию приехали порядка 200 тяжелоатлетов из 40 регионов страны. Тяжелая атлетика для Чувашской республики является тоже базовым видом спорта. Отдельные представляют сборную команду Российской Федерации. У нас всего 13 базовых видов спорта. И практически мы поэтапно, пошагово делаем все для того, чтобы с массового спорта выявлялись самые лучшие. Спартакиада молодежи также откроет новые имена. На кону спортсменов путевки в Польшу. Именно там пройдет чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Пусть у кого-то и класс спортсменов не так высок, как членов сборной команды страны, уже находящихся в составе по этому возрасту. Но мы открываем здесь эти перспективы старшими тренерами по этому возрасту. Для спортсменов, для их личных тренеров поставлены задачи показать свои наивысшие результаты. Летняя спартакиада продлится до конца недели. Среди тяжелоатлетов разыграют 16 комплектов наград. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.